Лучший режиссер Ирина Миронова. Да, Ира снимала клип на один из номеров программы «Вакхическую песню». Здравствуйте, Ирина. Рада вас видеть. Здравствуйте. Я очень рада видеть Олега Митяева, потому что это большая редкость. Мы провели потрясающие моменты нашей жизни совместно, но с тех пор ни разу не виделись, к стыду и большому сожалению моему. Это же сколько лет? Привет, это 5 лет назад. Да что вы? А вот так. Как быстро бежит время. А клип, который мы сняли, как новенький, его еще никто не видел, представляете? Ну, может быть, Пушкин сверху из небес. Ирина, все-таки скажите, как вы, работая с нашими известными поп-звездами, вдруг решили изменить свою биографию, судьбу и Олега Митяева? Ой, вы-то даже поп. Слушайте, ну, я не спрашивала. То вырасту, то вырасту, простите, Ирина. Это правда. Я больше, по большей части, снимаю, конечно, популярную музыку, это коммерческая музыка, это правда. Но, по счастью, иногда случаются чудеса в моей жизни, я снимаю классику, и вот мне очень повезло. Ко мне обратился Олег Митяев однажды, и мы сняли просто потрясающее произведение на стихи Пушкина. Это «Вакхическая песня» на музыку Давида Тухманова, в котором принимали участие, по счастью, еще и великолепные актеры, такие как Марина Осипенко, супруга. Марина Осипенко. Да, и Вениамин Смехов, да, с которыми я имела возможность познакомиться вот, благодаря таким проектам. Для меня до сих пор остается загадкой, где Олег добыл эти сумасшедшие деньги, которые я пропросил на клип. Но это не моя такая жадность, просто действительно очень дорого стоит. И я в диком восторге и с огромной благодарностью, что такие динозавры, как Олег Митяев, которые прут поперек нашего жестко форматированного коммерческого арт-мира, это касается и музыки, и визуализации, и любой, и что-то все равно по-своему делают упрямо. Вот это меня просто поражает. Я с огромной радостью сегодня сюда пришла, хотела это сказать, потому что это большая редкость, это то, это такие чудеса, после которых хочется сказать, ну, я понимаю, зачем я это делаю, зачем я снимаю попы, все-все-все, чтобы вот однажды снять Пушкина. И мы сделали это с огромным удовольствием. Мы снимали 2 дня, действительно получился очень красивый клип, такое маленькое кино с участием актеров, уже поняли каких, с участием детей всех наших. Мы делали специальные костюмы, 2 дня снимали, 1 день в дворце Царицына, 1 день в дворце Кускова. То есть это такое соприкосновение с потрясающей красотой. Так что, ну, как-то найдите, посмотрите. Надо посмотреть обязательно. В интернете, наверное, где-то. Ирина, здравствуют музы. Да. Ирина, скажите, все-таки как режиссер, как вы думаете, вот если его сравнивать с историческими деятелями или творческими деятелями прошлых веков, с кем можно было бы сравнить Олега Митяева? Ой, ну вы знаете, я бы его ни с кем не смогла сравнить, потому что мне кажется, это такой абсолютный новатор, человек, который перемешивает просто все, что угодно друг с другом, и даже дошел до таких странных форматов для того, что вот он в музыке делает, как мюзик-видео. И я думаю, что это абсолютно такой новатор и во всех смыслах этого слова, что мне очень близки такие люди, которые миксуют, перемешивают, делают коктейли из всего, что есть вокруг в этой жизни чудесного, прекрасного, нового, технически какого-то сложного, может быть, и непонятного. Не боится этого совершенно, кинулся вообще в эти съемки с головой, был очень послушный, на радость мне, и хорошему результату этого клипа.